Сайра. Сайра – вид ценных промысловых рыб семейства макрелищуковых. Водится в водах Тихого океана вдоль восточного евразийского побережья вплоть до берегов Калифорнии в США. Является популярным объектом рыбного промысла, в первую очередь потому, что прекрасно подходит для консервирования в промышленных масштабах. Представляет собой длинную рыбину с плоскими бочками, очень мелкой чешуей, стайную размерами порядка 30 см в длину и весом не более 400 граммов. Отличительной ее особенностью является скелет необычного зеленоватого цвета, что обусловлено привычками питания. Основу рациона этой рыбы составляет разнообразный морской планктон. Состав. Химический состав сайры отличается большим содержанием питательных веществ и полезных элементов. Ее мясо состоит из легкоусвояемого белка, некоторого количества жира, воды, золы, минеральных веществ. Как для любой другой рыбы, для нее характерно полное отсутствие углеводов. Соотношение белка и жира меняется в зависимости от возраста рыбины, времени года, температуры воды, места улова и так далее. Особую ценность представляют входящие в состав сайры ненасыщенные жирные кислоты типа омега-3 и омега-6, а также витамин ПП в достаточном объеме, порядка 3,25 мг. Почти четверть от необходимой человеку суточной нормы потребления. И еще одна из незаменимых аминокислот – таурин, которая усиливает действие инсулина и способствует быстрой выработке и отхождению желчи. Также из полезных элементов можно отметить витамины А, Д, минералы, хром, никель, железо, молибден, фосфор, хлор, соли калия и натрия. Калорийность 283 килокалории. Полезные свойства. Калорийность сайры также варьируется и зависит от соотношения белка и жира в мясе. Средний показатель будет равен примерно 200 копеек кал. Несмотря на достаточную жирность, сайру весьма полезно включать в рацион, в первую очередь, из-за содержания ценнейших жирных кислот. Они полезны для сердца, укрепляют иммунитет, повышают эластичность сосудов, снижают количество плохого холестерина в крови, нормализуют функцию щитовидной железы и налаживают гормональный баланс организма, способны предотвратить появление множества заболеваний. Самое популярное использование сайры в кулинарии – это изготовление рыбных консервов. Рыба холодного копчения закрывается в банке вместе с рассолом, специями, пряностями, разнообразными добавками. Не менее популярны консервы из сайры в масле. Примечательно то, что при консервировании ценный рыбий жир практически не теряет своих полезных свойств.